Это одна из топливных баз столицы. Здесь тонна угля стоит 5300 сомов, мешок 250. Твердое топливо завозят ночью. Ближе к обеду большую часть уже раскупают. Я пришел купить уголь. Здесь его продают за 5300 сомов за тонну. Качество твердого топлива меня устраивает. Он намного лучше, чем казахстанский. Импортный уголь быстро сгорает, и, соответственно, дом быстро охлаждается. С местным углем такой проблемы нет. Да и по цене он очень доступный. На топливную базу завозит карикичинский уголь. Он пользуется большим спросом, отмечает руководитель топ-базы. Поставку твердого топлива осуществляет на постоянной основе. У меня мешок твердого топлива стоит 250 сомов. Частники подняли цены до 300. Раскупают уголь очень быстро. Вот здесь с утра было где-то 90 тонн. Сейчас к обеду осталось только 20. По Бишкеку-Чуйской области уже продано 64 тысячи тонн угля, отметили на госпредприятии «Кыргызгумер». За аналогичный период в прошлом году было продано 47 тысяч тонн. На нашей топ-базе в Балыкчи тонна угля стоит более 4300 сомов. В Баткенской области цена варьируется от 6 до 7500 сомов. Разница цен зависит от дальности угольного месторождения, поскольку мы учитываем расходы на транспортировку. Но здесь надо отметить, что с учетом расходов на транспорт, служба антимонопольного регулирования установила цены на уголь, которых мы придерживаемся. В прошлом году уголь с карикичинского месторождения начали привозить в августе. В этом же году твердое топливо доставляли уже 16 июля. Всего по республике открыли 64 топливные базы. Кундуз Кадатаева, Центр Бакиев, Алатау 24.